Хейоу, гайз, с вами Шумик, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. Так, в прошлой серии мы, короче, побегали с вами по Конвесту, там тоже другому только выполнили миссию. Теперь мы в Нью-Хейвене. И у нас новая миссия открылась теперь. Вот так, помните, когда мы тогда ходили изначально? Открывай. Знаешь новость? Раки Джесса порешили. Я понял. Оп. Опа, тихо-тихо. Ой, там хороший сундук, который мне нужен. И мы туда залезем с вами. Так, нужно будет скоро прокачать этот себе. Оп. Да-да-да-да. Так далеко бежать? Опа, 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 опа. Здравствуйте. На панели наград в Новой Гавани. А вы где? Не, урон теперь много как раз. Урончика. Я думаю, что они не нападают? Это мне нужно было спрыгнуть просто. Хорошо жил здесь парниша. Кто-то передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Лучше вам с ним лично поговорить. Окей, железяк. Значит, у нас две миссии сразу здесь, которые можно взять. Так, а где сундук? Видел там, да? Или там? Уже не помню, ладно. Так, скутер. Скутер, скутер. Нюхавание в новое задание на доске объявления. Так, скутер. Все слушаем скутера. Если надо пересечь, не ходи, только пыль отрекни. Жутковато там. Так, куда это все? Нью-Хейвен. Блин, Росконвест, серьезно, я только что там был. Ой, ладно, Нью-Хейвен. Да ты поё. Так, ладно, это тогда к этой тёлке зайти поговорить. Да, с Еленой Пирс. Чем могу помочь? Ничем. Будь осторожнее. Хорошо, буду осторожен. Пипец. Росконвест, Вест. И лендинг какой-то. Это, скорее всего, тот, где мы были с вами. Типа, рыбацкий привал. А, ну да, вот. Свежая рыба. Помните, за что я вам говорил? То оно, скорее всего, и есть. Так. Ценность Эрика. Ну, пойдете посмотрим ценности Эрика. Так, они где-то в той стороне на свалке, да? Так, лучший способ не обижать с этой стороны. И взять лучше машину на это дело. Да, скутер? Эй, не пора ли нам в путь? Да, да, сейчас отправимся. Поехали, поехали. А, только вот как мне поехать? Да. С той стороны. Ну, ладно. Брик. Не везет нам с тобой. Пойдем пешочком. Так, ворота какие-то. Да, железные, не открывающиеся. Хорошо, что мы можем просто так по мусору пройтись. Так, где-то в той точке, да? Ну. Ой, здесь. Опа, вижу один. Там, скорее всего. Ой, раки, раки, раки. Так, стоять. Насчет раков. Так, 90. Девяносто это неплохо, знаете. Так. В смысле, хотите сказать в раке? Нет? Ну, ладно. Глупые тараканы. Да, они летают.
Только деньги. Ой, да нафиг их надо, короче, идемте. По миссии. А, в контейнере? Все, одна вещь есть. Отстаньте. Не до вас мне сейчас. Так, еще мусорный контейнер. Это что, порнография? Местная такая. Серьезно. Так, на ту сторону, окей. Оп. Оп, я сказал. Так, генератор включен. Правильно ли я бегу? Правильно я бегу. Все хорошо тогда. Так, сюда. Завернуть, сократить. Так, вижу холодильничек, револьерку. Ой, нужно было чекнуть, я забыл этот. Мы шарили порнографию для роботов. Так, куда-то я завернул. А, все правильно, правильно. Так, а здесь можно уже и машину взять. Так, а ну-ка. Думал, может, в этом контейнере тоже будет. Пипец, эти миссии такие затягивающие. Ну-ка, в каком смысле? Именно по времени. Много слишком времени забирает. Ой, камикадзе, камикадзе, жуки. Так, бомбочка новая. Походу она была лучше, но это не точно, поэтому... Так, стопэ. Не, это какие-то военные штучки. Оля, они... Да, они меня просто гоняют туда-сюда по кругу, да и все. Это даже как-то не увлекательно играть. Глупая миссия. Ну что, допустим, ну выйду я сейчас здесь. Обойду просто вот эту мусорку вот так. А, это нужно идти к этим в логово, да? По-моему. Кажется, это логово было. Ладно. Тихо. 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 Залезть. Вот так. Привет. Как дела? Я еще к вам не зашел. А я вот думаю, как бы по-шустрому пробежать. Блядь, ладно, просто бежим через жуков. Они не опасны, пускай прыгают. Главное, чтобы мелкие не прыгали. Просто уворачиваемся, бежим прямо и уворачиваемся. Нам нужен просто контейнер, который здесь сзади. Открыть его, забрать. Пробежать так по кругу. Завернуть сюда. Чекнуть быстро карту. Понять, что нам нужно теперь вернуться в самое начало. Запрыгнем сюда, пробежим прямо. Денежка. И просто бежим вот так. Плевать, плевать на врагов, я слышу, что псих за мной бежит. Так. Ты будешь... О, у тебя щит взрыва. В какой-то степени это полезный щит. Ну, если был бы он, конечно, лучше моего. Это дает больше всего, а именно регенерацию. Может, я не помню точно. Была ли у меня там регенерация? Так, окей. Огненная мощь. Это мне нужно куда-то там отправиться. Оуэст. Еще раз, куда это мне нужно? Раскомвест. Так, Раскомвест. Глушь. Поехали в глушь, ладно.
Дозировочка. Так. В принципе, у меня есть идея. Блин, мне все равно хочется проходить, понимаете, именно второстепенные миссии. Как бы тоже опыт, прокачка. Когда в следующий раз увидите Танис, передайте. И чтобы она зашла ко мне в новой гавани. У кого бы она ни покупала припасы, я смогу сделать ей более выгодное предложение. Эй, здесь можно подобрать себе машину! Похотели! Похотели, похотели, похотели. Хочу бесконечное нитро. Если это возможно. Так. Так, я приехал в город. Так, в самом низу задание глаз Джека. О, глаз Джека немного ближе. Поедем сначала глаз возьмем. Если его только брать, конечно, можно. Так. Так. Надеюсь, мост открыт. Мы же его открывали, да? Его не открывать надо. Блин, я объезжать не хочу. Может, здесь проехать можно? Ой-ой-ой, замечательно. А, это ты на глаз зачем? А ну, дай пушку. У этого клоуна самонаводящий этот. Пистолет был. О, контейнер восстановился. Тихо, не вылазь, вылазь, вылазь с машины. Тихо, не взрывайся, нет. Тихо, успел. Так, ладно. Хорошо. Так, враг был где-то снизу, вот он. Так, бомбочку кинули, я в ответку кину. Так, пушку нужно это посмотреть. Так, все, мы отбили вражеские атаки. Гранаты, пули. Но сейчас мне интересно с вот этим автоматом побегать. Хотя ладно. А, как обычно, дерьмо, окей. А, машина взорвата. Прикольно. Я так этого и хотел. Так. Прикольненько. Так, где он? Огненная мощь. Трудности. Хотя ладно. Я могу добежать по-быстрому. До ближайшего. Так, сокращаем путь максимум. Да. Беги, Брик. Так, если не ошибаюсь... Серьезно, мне есть... Там еще бежать и бежать. Хотя... Главное, чтобы не появились эти жуки. Муравьи их, по-моему, да? Называются они. Бля. Пошли в сраку. Плевать. Пускай атакуют, пускай. Да что это такое? А мы хереем?
Тупые птицы, если вы думаете, я вас не атакую, это не... Ах ты... Кого бы еще убить? Да-да, кого бы еще убить? Так, сохраняемся. Так, беру револьвер. Машина. Отправляемся в путь. Выбирай по вкусу. Создать. Поехали. Хотя мне уже выгоднее просто дойти туда. Вот серьезно. Легче дойти. О! Новый байк? Желтый байк? Бля, серьезно. Я его раньше не видел. Бля, может его забрать можно? Когда мы тебя поджим, ничего. Так, минус один. Скажи мне кровь. Минус два. Минус три. Так, где я видел? Ага. Так. Испытание выполнено. Ништячок. Типа в голову поубивать только. Так, что по патронам? Патронов ненормально, так побежали. Пипец, уже 17 минут прошло. Как? Все, просто бегу прямо. Так, данные найдены, запись уничтожена. 6 штучек. А если это тоже нужно бегать туда? А, слишком сложно. Вот само наведение, вот это оно очень мешает. Потому что я пытаюсь нормально прицелиться, и меня вот эта херь. Вот. Раз. Вот я хочу на голову, а он дергается. Что за херь? Убивать. О, все, наконец-то. Почему бы в текстурах не застрять, да, Брик? А, ну. Так, тихо. По-моему, я уничтожал уже где-то. Или я не уничтожал? Не, я уничтожал стоять. Ладно, какая разница, здесь все равно рядышком уже телепорт есть. Так, тихо. Это данные забрать нужно. Ясненько. Все. Не. Так, бежать. А, ну все, да, это шестая. Так, теперь выход нужен отсюда. Это обратно туда, да? Так, мы едем за свежей рыбой. Свежая рыба это у нас течерс. Течерс. Так, вот, короче, путь. Хотя и вон течерс. Нет, он не течерс. Так. Эй, здесь можно подобрать
что? Пора и по газам. И чё? Мне тетчерс нужен. А, короче, я все равно тут рядышком. Просто побежали прямо, ладно. Плевать на мародеров этих. Ладно, этого убью. Ладно, мне не плевать. Просто бежим прямо. Перезашить. Так, у меня нету гранат. Так. Свежая рыба, свежая рыба. Пока врагов нету, перезаряжусь. Почему? Блин, он медленно перезаряжается. Да, урон хороший. Перезарядка. Мне же впритык нужно подходить и убивать. Не, пойду на обход. Нафиг оно мне надо. Нафиг оно мне надо, ребят. Да что за херь? Короче. Чел, ты очень везучий. Ты мне веришь? Ты везучий всех. Так, ладно. Рыбка, рыбка, ловить хороший. Ой-ой. В смысле, я уже не могу их убить с одного попадания? Да, немного начинает мне это прискорбно быть. Так, граната. Рыбка. Да харе стрелять так метко, вы чё, гниды? Бля, как метко стреляют. Блять. Сюда дуй. Ко мне иди, давай, давай, давай. Апперкот. Еще есть? Желающие? Нет? Все? Так, рыба, ладно. Мне гранаты нужны для этой ловли. Рыбу под... О, все хорош. Все хорош, молодец. Так, а мне только гранатами, что ли, их ловить? А ну-ка. Так, значит, в каждой такой хере по 4 рыбешки. Так, значит, мне еще нужно. Так, бомба, хорошо. Значит, мне нужно, во-первых, кидать ровно бомбы. Во-вторых, мне нужны сами бомбы. Так, в-третьих. Куда мне идти? Да, плохо. Блять. Ой, короче. Сдохни сам. Прикольно. Я чувствую прикольно. Все прикольно, ребят. Тебя достали, я согласен. А где моя рыба? Где мне ловить? Хорошо, нашел место рыбалки. Так, стоять. Мне не нужно, чтобы мне мешали рыбачить.
Для рыбалки нужна тишина, во-первых. Сюда иди. Соблюдайте тишину. Ты чё, херил? Лё. Лодочник охерел. Так, 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 где-то моя базука. Так, серьезно? А не, все уничтожила. Так, во-первых. Рыбка, рыбка, ловись большой. А ну давай. Иди. Моя рыбка. Моя рыбка. Так, а если я буду просто стрелять? Может, она тоже будет выпадать? Скажите, смотря с чего стрелять. Моя рыбка! Не ваша. Ребят, мне не жалко теперь на вас ульту, вот честно. Я могу ультовать теперь по КД. Так, чел, я бегу за тобой, ты за мной, да? Или нет? Походу нет. Походу он там наверху. Отлично. Дерьмо всегда нужно. Ладно, отвлекаюсь. Нет, туда не пойду, ладно, потом. Так, для рыбалки мне нужны бомбы. Так, бомба. Бомба. Так, ладно, ладно, ладно. Времени есть, время хватит. Почему тебе просто повезло в тот момент на меня выйти, когда я уже все? Тихо. Так, рыбалка. Значит, да? Серия будет у нас. И ладно, все, посрать. Я рыбачу. Не мешайте. Рыбка. Рыбка, 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 рыбка. Свежая рыбка. Все, время уходить. Рыбалка закончена. Рыбалка закончилась. Все. Пополните баланс, чтобы продолжить рыбалку. Все. Все, все. До свидания. И я все равно сейчас осознаю тот факт, то что меня все равно сюда же отправят. Из-за того хрени, которая была у меня за спиной. А если бы точнее, там где типа порт какой-то или что-то было. Хо-хоу! Хо-хоу, чилик! Чи-чи-чи-чи-чи. Ты думал, что так все просто, да, в этом мире? Да не-не-не. Нихера не просто. Так, лады. Это мы сделали. Все мы сделали. Так, так. Следующее. Куда у нас отправка идет? Уборка грязи. Так, это уже пошло свежее, да, задание? А нам нужно не свежее. Вот это, скутер. Тейдж лейдинг. Опа. Опа, опа. А почему мне никто не сказал, что у меня здесь три задания? Сейчас бы вот ушел, а потом пришлось бы возвращаться.
помещение заперто, найс, новый гейзер открыт. Походу это оно и есть. Так, сейчас бы не застрять только. Да, это мне теперь... Вот кораблики, которые я уничтожил. Да, кораблики. Так, сейчас в порт мы тогда сходим с вами, да? Да, в порт сходим. А, я понял, где их не слабое место. Вот их не слабое место. Корабль потонут. Наивные глупцы должны умереть. Дробаш хуйня оказался. Обида, прискорбность. Разочарование. Пошли в сраку. В сраку. Я говорю, в сраку. Тихо. Тихо. Сразу перезарядка, делаем все чисто. Зато мы с этой уже миссией с вами закончим навсегда. Я надеюсь. Ну, именно не с миссией, а с локацией данной. А, ты надоел. Ой-ой-ой. Кислотина. Вали с моей стороны. Ой-ой-ой. Тихо. Там где-то щегол был. Челик, я знаю, ты там. Это я тебе кое-что припас. Зато мы с ним поделились друг с другом. Тихо. Залезть. Ты чё, гонишь? Шо это такое? А кто это у нас взорвался? Кто это у нас потонул? А кому придется пиздовать хер знает куда? А что это такое? А что это за... Кто получает по щам? Ты получаешь по щам? Кровь, кишки, наркотики. Наркотики — это плохо. Да-да-да, ребят. Герой наркотики не использует. Так, все. В принципе, я думаю, можно туда не идти к ним. Так. Сейчас попытаемся все сделать чисто. Так, и последний патрон. Взорвешься? Нет. Готово. И время сокращено на... Не насколько. Так, теперь осталось все облутать здесь, потому что мы сюда больше уже не вернемся, походу, никогда. Хуйня. Так, еще сундук. Раз, два. Все. Похоже на все. Внутри ничего не было, ничего не было. Все, возвращаемся к обычной, тихой, спокойной жизни.
Но сначала... Тихо. Смотри. Брик. Нет. Ладно. Давай. Нет. Ну. Давай на ящики залезешь. О. Тихо. Я нашел новую платформу себе. Только, там еще ящики есть. Так, окей. Где есть ящик, там есть я. Где есть я, там есть добыча. Все. Так, сначала лутаем здесь. Деньги, гранаты есть, все. Как обычно, херь, которая 3 куска стоит. Так, что у меня есть меньше 3 кусков? Есть за 600 дерьмо. Есть за 500 дерьмо. Которое мы выбросим, конечно же. И заберем вот это дерьмо. За 3 кусочка. За 3 кусочка для меня будет лучше, чем обычно за 500 дерьмо. Так. Быстрого перемещения здесь не нахожу, поэтому мы продолжим. Хотя... Ладно, выйдем с этой локации. Я думаю, можно заканчивать нашу рыбалку. Ведь мы больше сюда не вернемся. Эх, обидно. А столько воспоминаний было. А рыбалка, взрывы и все такое. И лодки. Точно, лодки. Пиратские лодки. Вот, стоять, сейчас, где я рыбку вот видел, вот, рыбку надо. Вот. Рыбка. Тихо, вот так. Так, стоять. Тогда. Нет, или нет? Нет, я не знаю. Стоять. Да, эта кнопка, все правильно. А ну-ка еще раз. Все. Должно было получиться. Я уверен в том, что должно было получиться. Или вот эту можно было рыбку сфоткать, да и все. Ладно. Рыбная бухта. Зато я порыбачил на славу. Словил 20 рыбешек. Походу, это были карасики. Хотя... Быстрее на сома смахивает, чем карасики. Карасики поменьше будут намного. Так, что у нас следующее? Поговори с железякой. Но это уже у нас другая история. Хотя ладно, go New Heaven, полетели, и там я закончу, как обычно. Ну что, вот мы и прилетели домой. Ну... Ну что, ребят, давайте прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, дорогие друзья. До новых встреч. Пока.